прозвенеть на весь город. Своей давней мечтой поделился с земляками жителей Екатеринбурга. Ну и скоро разнеслась благая весть. Как откликнулись на эту просьбу, действительно, услышали многие. С трезвонами да перезвонами продолжается наша акция «Хочу и могу». Меня зовут Егор, я работаю техником печатного оборудования. Я всегда хотел побывать на колокольне в храме. Хотел бы посмотреть, как звонят в колокола, ну и попробовать самому побить колокола. Меня зовут протодиакон Дмитрий Бажанов, я старший звонарь Екатеринбургской епархии. Сейчас в Светлую Седмицу я пытаюсь показать несколько приемов колокольного звона гостю Егору. Мы находимся на главной колокольне Екатеринбургской епархии. Это самая высокая колокольня. Здесь 14 колоколов, и знаменательно над тем, что на первом ярусе этой колокольни находится самый большой колокол Уральского региона, так называемый Большой Златоуст, весом более 16 тонн. Но для начала предлагаю проверить чувство ритма, есть ли возможность, в принципе, учиться колокольному звону. Чувством ритма сложновато все, тяжеловато. Я сейчас буду звонить, эти колокола называются трельные колокола. Я звоню, угадываете ритм. И ударяете, например, вот так. Угу. Чувство ритма есть. Нужно только больше развивать. Мы попробуем звон Благовестника. Ну да. Только вот в ритм. Я звоню маленькими, трельными. И вы постараетесь. То есть послушали сначала. И вступили. Ощущение просто непередаваемое. Каждый колокол звучит по-своему. Колокола все тяжелые достаточно. Особенно вот эти вот большие, которые... Нужно сильную физическую выносливость, не знаю, силу физическую иметь. Когда правильно все отрегулированы колокола, то не так тяжело. Но вот 16 тонник потяжелее. Но у нас здесь тоже специально сделана система. Через рычаг приводим колокол. Язык у колокола более 800 килограмм. Обращение должно быть аккуратное. Один удар можно, если там несколько ударов сразу делать, нога просто устанет или нет. Я не думал, что надолго хватит человека. У меня есть желание, чтобы жители нашего города, слыша колокольный звон, всегда обращались сердцем и умом к Богу и начинали делать добрые дела.